Состояние ЖКХ Красноглинского района. Как на территории района реализуются такие проекты, как комфортная городская среда и твой конструктор двора? Какие первостепенные задачи стоят перед районом? Смотрите программу «Совет моего дома» 30 ноября в 20:30 на телеканале «Самара ГИС». Гости в студии Вячеслав Коновалов, глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, Надежда Печенькова, жительница квартала 2 поселка Мехзавод, Любовь Букина, старшая по дому, номер 46 второго квартала поселка Мехзавод.